Салют, бойцы, Сэм с вами. Мы возвращаемся в Battlefield 1, дабы отыграть партию в режиме штурм на карте Суэц. Поехали мы в команде атакующих. Давненько я не заглядывал в этот режим. Посмотрим, чем сейчас кончится дело. Там у них пулеметчик! Далеко. Ох, вы. Заливают уже потихонечку. Артиллерийская батарея! Так, это ты зря. Ну да, да. И что это значит? Твою мать. Стоял прямо на человеке. Мы заминировали цель. И черт. Так, а неужели у нас тут прям танк такой молодец, прогибает? С хп-то. 16 хп. Ой. Нормально. Разворачиваем. Давай. Красавец. Мимо. Попал. Техника введена из строя. Давайте. Дело за малым. Все, готов там. Куда? Полз. Не дополз. С этой целью окей. Так, нам нету смысла с ними сейчас перестреливаться. Так, там у нас сидит минометчик. Вернитесь в зону боев. Так, ну все, все ж в порядке, можно штурмовать. Давайте, тут не так уж много осталось. Айда штурмить. Аптечка! Это тебе аптечка! На себе. Блин, боец, я же до тебя не дойду. Не дает. Хотя медик вот у нас тут, я смотрю, образовался. Спасибо. Специальное спасибо. Признателен. О, хорошо высунулся. Ну, у нас поинты кончаются. Нужно. 10-1? Нормально. С учетом остальных, там у кого-то есть 8-2, правда. Но на танке. Я не думаю, что мне 10-1. Надо сейчас по берегу. По берегу проскочить. Давайте. Ой, там их там намазано. Мы заминировали цель Айс. Разминирую сейчас. Да. 45 у нас еще. Это в принципе достаточное количество поинтов. Тот солдат! Это же враг! Хорошая штука, Мандрагон, особенно в линзе. Это танк! Держись, боец! Тебя ранили! Я тебе помогу! Отлично! Пригодится! Заметил штурмовика! Тебя заранили! Надо подлечить! Аптечка! Используй солнце! Тебя
не поймет. Блин, газ. Медик 9 метров. Ну, я даже не знаю. Очень хорошо обошли по берегу только что. Красиво получилось. Но нас не спасли. Черт. Окей. Да ты ранен. Я тебя подлечу. Блин, почти. Обезвредить, не обезвредить, я не знаю. Там пополз просто пилот. Есть, обе цели захвачены. Замечательно, все хорошо. Дождитесь окончания вражеского обстрела. Господин офицер, каков новый приказ? Нормально. Вот тебе аптечка. Там пулеметчик противника. Атакуйте новые цели. Ой, блин. Хорошо, это поставили. Медик, 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 успеет, не успеет. А, он даже ко мне не побежал. 15-3, хорошо, играем. Окей. Танк! Аптечка, лови! Цель, Баклан. Спасибо. Аптечка! Аптечка пригодится! Аптечка, подлечись! Спасибо большое! Это тебе аптечка! Ну, блин, я уперся в этого чувака, надеялся, что он что-то сделает, а он вот что? Тупо вылез и сдох. Ничего не сделал. Медик 10 метров тоже нас не замечает. Ладно, не будем отвлекаться на... Опа, 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 коняшка. Давайте слегка покатаемся. Враг разминировал цель Аист. Я осознанно, друзья, слез с коняшки, потому что думал... Вижу разведчика неприятеля! Да блин. Воу. Вот, лови, аптечка! Да блин, твою мать. Вижу вражеского разведчика! Забили все-таки. Шок. Все, возвращаемся к плану с медиком. Давайте, у нас тут не так же много поинтов осталось. По берегу, сбоку, и все, конец этой точки. Так, что у нас у союзников? 24... Снайпер. Блин, спасибо. В принципе, там сейчас танки, я смотрю, вырезают. В принципе. Мы заминировали цель Аист. Берегись, солдат!
Там вражеский медик! Берегись! Там штурмовик! Немножко попугаем их, чтобы просто не это. Осторожно! Пулемет! Берегись! Пулемет! Нормально. Дождитесь окончания вражеского обстрела. Осторожно, штурмовик! Нихрена себе. Воу, опасно было. Не знаю, скрешусь, не скрешу, давай попробую. Атакуйте. Ладно. Новые цели. У нас сзади товарищ какой-то там бегает. Полный рост. Разобрались, отлично. Ауч! СМП, ну да, в лицо, конечно. Ну и все, и тебе конец. Медиков нету? Нету медиков. Ладно. Сколько у нас медиков на команду вообще? П3. В принципе, 3. Нормально. Так, тут, конечно, друзья, я прихвачу не Мандрагону. Сражение в многих станциях Мандрагону, ну так. Держите гранату, сволочи! Отличка! Воу. Я займу свои раны. Да ладно. Медики, медики, да что вы серьезно, все разбежались? О, бля, воскресил на свою голову. Мог бы, между прочим, и нет. Ладно, возьмем сейчас зато другую винтовочку. Нам надо взять 8.25. Красавица просто. Враг разминировал цель Аист. Берегись! Там штурмовик! Ого! Вижу штурмовика! Ого. Вижу их огнеметчика! Ну, так получается, что я вообще один их вижу. У меня глюки или как? Почему никто ничего не делает? Там 5 человек наших бежало. Ладно, баклан заминировали. Сейчас обойдем, я думаю, все будет хорошо у нас. Так, танк есть, 50 поинтов еще, окей. Постой, ты я тебе там птичку что ли дам? Вот тебе аптечка! Да ладно, ну вы что, серьезно? Охренеть. Мы заминировали цель Бакла. Ну, блин. Кто? Ах ты! Сделали дело, отлично. Хорошо, друзья, успели, пока нас не спалили. Отличненько. Так, еще осталась одна точечка. Мы заминировали цель Аист. Тяженько. Ох,
находиться. Забили до смерти просто. Вот так. Мы захватили обе цели. Медик, медик, медик. Медик уже здесь. Дождитесь окончания вражеского обстрела. Тебя ранили. Я тебе помогу. Блин. Ну, сейчас я как-то попытаемся поднять, конечно. А, ясно, уже все. Воу, воу, воу. Атакуйте новые цели. А в кого там? Так, сейчас посмотрим, ладно, я не понял. А, вон есть, вижу. Там их разведчик! Берегись, там разведчик! Держи аптечку! Твою матюшку, опасно? Нам тут снова линза просто нужна. По-любому. Тык-тык-тык-тык-тык. Лошадка там сзади с нами напрягается. Полный рост. Воу. У них пулемет! Вон там! Вон! Ну пошлите, раз так, то почему бы не сходить? Давайте сходим. А, ну у меня не было выбора, тут перезарядочка, я надеялся, что хоть напоследок успею воскресить, чтобы он что-то сделал. Нет, а что у него за такой автоматика какой-то? Наверное, не прогрузился просто. Так, нужно брать линзу опять. 41, 11, друзья, враг нормально. Враг разминировал цель Бакла. Да, понятно. Наши бойцы в самый... Ни хрена себе мы им зашли. Поднимайся. Я тебе помогу! Мартивагас! А, убил меня другой, ясно. Что ж, хорошо. Так, у нас у кого-то есть 31-15. О, нормально. 32-15. Аист, аист. Ну что ж, аист так аист, я не против... О, блин, все, аист потеряли, я так понимаю. Надо забежать сбоку и полежать, дать нашим... Сейчас не аист взрейдят. Надо полежать, дать нашим зайти и прикрыть точку. Прям с помощью подавления. Стоп, а почему мы аист до сих пор держим, я не понимаю. Потрясающе, конечно, если мы ее взорвем, это будет офигенно. Взорвали, офигенно. Мы ликвидировали цель аист. Радуйся, пулемет, вон там! Давайте спамьтесь на мне. Я вам пока здесь помогу. Есть. Вижу пулеметчика! Опа, опа, опа! Мы заминировали цель. Бакла. Там вражеский пулеметчик! Берегись! Там штурмовик! Враг разминировал цель Бакла. Вот, лови, аптечка. Ранен. Я тебя поглотаю. Ну, блин, ну... С собой я, кстати, по красивым
Скинул. Мы так можем, кстати, и не справиться. Нужно где-нибудь танк прихватить было бы. Танк есть халявный, нет? Танков нету. Наши обижали. Может быть, вместе и сделаем что-то, я не знаю. Так, а чё, ты лошадку бросил? А, патроны кинул. Возьми меня с собой. Каков будет приказ, сержант? Засек штурмовика неприятеля! Да полечись ты, куда ты? Ты же есть свои аптечки, что ты делаешь? Сразу свалился! Аптечка, пригодится! Спасибо! Бронированная же жопа, у тебя есть аптечка! Используй с толком! Я не понимаю, почему так все ведет, ну ладно. Газы, газы! Ясно. Это тебе аптечка. Так. Фу, друзья, тут надо опять брать 8.25. 20 поинтов осталось. Что-то мы не это... Ящики я просто... Блин. Вот, лови! Аптечка! Дробовик! Дробовик! Да-да... Ну что вы! Господи, как мух растрепал. Просто минус 5 поинтов. На пустом месте. 10 поинтов осталось. Черт. Вижу их штурмовика! Почему? А, я взял место воскрешения. Ой, тупняк. Я место воскрешения взял. Вижу их штурмовика! Спасибо. У меня нет воскрешения. Вижу штурмовика! Все, жалко, жалко, что я могу сказать, друзья, на самом деле, могли бы что-то сделать, но... Воскрешение, давай, спасибо. Аптечка, используй толком. Да блин, как плотно там. Гнемётчик еще сверху. Ох. Кстати, а почему я как бы самоубился, получается, сейчас? Не на ком заспавниться, да? Черт. Все. Фу, друзья, ну что ж, мы отыграли на славу. Я буду спихивать поражение на таких людей, как вот 14-25, 11-28, 9-20, ну и так далее. То есть эти люди, которые бежали на пролом, сливали нам поинты, при этом минимум захватов точек делали. Но все равно было чертовски весело. Мне раунд понравился. Давайте посмотрим, что у нас по личным достижениям. Очки медика у нас понятно. Наборчик какой-нибудь присыплют нам, нет? За красивые глаза. Да, замечательно. Так, результаты. Понятно, а личные? 54 уровень. Ну что ж, если серия понравилась, друзья, поднимайте большие пальцы вверх. И надеюсь, мы в следующий раз победим. А на этом все. Мы чертовски скоро услышимся. Всем пока.